Дорогие друзья, всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня у нас будет, как сказать, рецепт народный от кашля. Я немножко приболела, появился кашель, и чтобы его не запускать, чтобы он перерос в хроническую форму, хочу подлечиться немножко, но не таблетками, а народным таким вот способом. Для этого я взяла долгожданную вот такую вот редьку. Почему долгожданную? Потому что я ее искала и на рынке, и в магазинах, и нигде нету. И вот нашла в одном магазине, но она особо, видите, в таком вот не особо приглядном виде. Она немножечко даже как бы мягковата. Но она большая, вот такая вот. Я ее взяла. Я ее хорошенько вымыла мочалкой. Тут, конечно, вот в этих вот, во всех щелях было много грязи. Полностью даже замочила немножко, хорошо-хорошо промыла. Так, срезала хвостик, чтобы она у меня вот так вот стояла хорошо. Срезала макушку. Нам придется срезать, наверное, еще чуть-чуть побольше. Сейчас срежу и покажу. Ну, где-то вот, наверное, вот так вот, вот чтобы она стояла хорошенько. Вот тут еще получше сделала, чтобы ровненькая была. И нам надо внутри сделать дырочку. Так, это мне надо маленьким ножом выковырнуть дырочку. Ну, вот такая вот дырочка у меня получилась. Так, а теперь я приготовила здесь мед. Сейчас положим в нее мед. Ну, вот так вот у меня получилось. У меня влезло сюда 5 чайных ложечек меда. Теперь я ее поставлю вот так вот в блюдце. Не буду выбрасывать вот эту вот крышечку верхнюю. Я ею вот так вот накрою. И оставлю до завтрашнего утра. А завтра утром с вами будем лечиться. Кто еще кашляет? Покупайте редьку. Правда, скажу, ее не так легко найти в магазине. Ну, по крайней мере, мне было нелегко. Я не знаю, может быть, она у вас даже есть дома. Собственноручно выращенная на даче. Ну что, отставляю ее, и мы завтра утром с вами увидимся. Так, а у нас утро другого дня. Всех с добрым утречком. Ну что, посмотрим, что у нас здесь получилось. Так, я, кстати, вчера положила много меда вот под завязку. И вчера же я его отложила вот сюда вот в пиалку. Вот несколько ложечек чайных. Это я убираю. И смотрите, редька выделила сок. И практически целая ямочка у нас жидкости уже, не меда. Видите, какая она жидкая. Мед, он более густой был, а это жидкая. Вот. Ну, сейчас буду пробовать. Вообще, вот это вот пьют 3 раза в день. Взрослым по столовой ложке. А детям по чайной ложке 3 раза в день. И за неделю кашель как рукой снимет. Но есть противопоказания. Нельзя пить тем, у кого аллергия либо на мед, либо на редьку, либо у кого сахарный диабет. Ну, и еще есть ряд там противопоказаний. Если кому-то интересно, можете почитать. Также можно сделать немножко по-другому. Можно взять редьку, нарезать мелким кубиком, либо натереть на крупной терке. Взять пол лимона, тоже нарезать мелким кубиком. И все это залить медом. Тоже оставить на сутки. Но заливать не до конца, вот сколько у вас получилось мякоти, а поменьше, потому что редька с лимоном дадут сок, и будет много. И тоже употреблять неделю 3 раза в день. Ну, вот эту вот, как редька у меня вот эта израсходуется, я ее заливать буду медом несколько дней, она будет сок выделять.
В следующий раз можно будет купить, сделать вот так вот, порезать или натереть. Так, мне кажется, даже будет экономнее, редко расходоваться. Потому что вот так вот заливание медом, оно эффективно, но это буквально на 3 дня. Вот. Так, ну что, будем пробовать. Большая ложка у меня сюда не влезет. Ну, давайте 2 маленьких выпьем. Или 3. Сладко и со вкусом редьки. Прям ощущается вкус редьки. Ну вот, я думаю, 2 чайные ложечки будет достаточно. Потом приду с работы, выпью 2. И вечером на ночь тоже выпью 2 ложки. И надеюсь, что кашель у меня пройдет. Ну вот такой вот незамысловатый рецепт, который я употребляю, вернее, делаю не так часто, но иногда бывает. Забываю про него. Я думаю, что у вас тоже есть парочка интересных рецептов, как избавиться от кашля. Если вам не жалко их, пишите в комментариях, с удовольствием почитаю. Ну, а на этом я буду заканчивать свое видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Увидимся в следующем видео. И всем пока-пока.